главой муниципального района Рафинатом Чинкайрулиным было подписано распоряжение о выдаче предписаний при проверках в целях проведения профилактических работ с малым и средним бизнесом. Другими словами, коллеги, Лапиным решение оно было внедрено, когда наша административно-техническая инспекция не штрафует, а сначала дает предписание на устранение, и если после неоднократного устранения нарушение не исправляется, то только после этого выписывается штраф. На заседании административной комиссии после данного распоряжения поступило 3 протокола административного правонарушения в отношении субъектов малого бизнеса. В отношении данных лиц административное дело было прекращено и вынесено решение о назначении наказания в виде предупреждения. На начало 2018 года в отношении малого бизнеса было составлено 57 протоколов. Из них административной комиссии было вынесено решение о назначении наказания в виде 3 штрафов и 54 предупреждения.